Исключено, что в ходе передачи боекомплектов Patriot будет задействована уже отработанная схема, при которой боеприпасы в конечном итоге оказываются на Украине. И в связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей. Военные поставки киевскому режиму, как прямые, так и опосредованные, ведут только к продлению его агонии и дальнейшему увеличению числа невинных жертв злодеяний киевского режима, ответственность за который в полной мере будут разделять и японские власти.